Дорабаларун доктор. Утекунунен. Здравствуйте, друзья. Добрый день. Бегитерабитылбытын өреттен ихебит. Мы продолжаем наши занятия на родном языке. Бүгүн хаңарцыгыакпыт терелте тугунан. Тема сегодняшнего урока – кухонные принадлежности. Игелек, өйдөн хаңалары. Слушайте и запоминайте слова. Булак. Булак – деревянная мешалка для теста. Холур. Холур – котелок. Бильки. Бильки – вилка. Чайник. 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 Ытык. Ытык. Деревянная мутовка. Ихит. Ихит. Тарелка. Кобордок. Кобордок. Сковорода. Комос. Комос. Ковш. Куруска. Куруска. Кружка. Кытыя. Кытыя. Кастрюля. Миске. Миске. Миска. Хоютар. Хоютар. Заварной чайник. Часкы тарелькете. Часкы тарелькете. Блюдце. Чоко. Чоко. Часкы. Часкы. Чашка. Итырча. Итырча. Сковородник. Бахак. Бахак. Нож. Камыяк. Камыяк. Большая деревянная ложка. Аны оңорокпут предложение ларда. А сейчас составим предложение. Игилен кайдак хаңарарбытын. Слушайте и запоминайте произношение слов. Оргуй. Багахыты. Оргуй. Багахыты. Осторожно. Нож острый. Ханга ытык. Ханга ытык. Новая мутовка. Инем хойоттар атыласпыт. Инем хойоттар атыласпыт. Мама купила заварной чайник. Тимир халур. Тимир халур. Железный котел. Бубар. Кобордок ытырчата. Бубар. Кобордок ытырчата. Вот сковородник для сковородки. Бүгүн беги и хиттуху на нарыстыбыт. Сегодня мы поговорили о кухонной принадлежности. Урок путбютте. Нячаскан доктор. Урок закончился. До свидания, друзья.